уж не рассказывай, бог с ним, с букой. Расскажи мне, няня, ту смешную, да. Ах ты, проказник, клубок размотал, прутки растерял, ах ты, все петли спустил, чулки запрыгнул чернилами, в угол, пошел в угол. Проказник! Thank you.
Ногу.
Ей-ей-ей, мама, милая мама. Побежала я за зонтиком, мама, очень ведь жарко. Шарила в комодике, в столе искала. Нет, как нарочно, я в торопях к окну подбежала. Может быть, зонтик там позабыла. Вдруг вижу, на окне там кот наш матрос, забравшись на клетку, скребет. Снегирь дрожит, забился в угол, пищит. Зло меня взяло, брат, но птичек ты лаком нет. Постой, попался, вишь, ты кот. Как ни в чем не бывало, стою я, смотрю в сторонку, только глазом одним подмечаю. Странно что-то, кот спокойно в глаза мне смотрит, а сам уж лапу в клетку заносит. Только что думал схватить снегиря, а я его хлоп! Мама, какая твердая клетка, пальцам так больно, мама, мама. Вот в самых кончиках, вот тут так ноет, ноет так. Нет, каков кот-то, мама, а?